Как говорит герой одного известного сериала, мы все под колпаком. Понимаете, да? Я считаю наоборот, что мы не должны не то что подсматривать замочные скважины и доносить друг про друга. Да, слава богу, у нас этого в стране нет и не намечается. А я считаю, что сегодня благодаря интернету все сложнее и сложнее скрыть свое настоящее лицо. Поэтому вопрос, конечно, личного пространства должен сохраняться, да, но то, что сегодня есть доступ к тому, чтобы... Я, может, немножко ухожу от ответа на ваш вопрос, немножко в другую плоскость его перевожу. Да, не то, что я не совсем в курсе, я не слышал именно этого выступления, но считаю, что то, что сегодня есть интернет, и то, что могут человека в любой момент выложить, да, и это немножко, как бы, и с одной стороны, дисциплинирует, а с другой стороны, человек получает объективную информацию о том, что происходит. Что касается, конечно, нарушения личного пространства, это тонкая грань, которую, мне кажется, нужно каким-то образом узаконить, да, чтобы были какие-то нормы, что вот это вот можно выкладывать, а вот это вот нельзя. Наверное, тут надо просто договориться друг с другом, чтобы мы не нарушали какую-то, ну, все-таки человечность, не показывали людей немножко в том виде, понимаете, да, вот, ну, можно человека снять в три четверти, он будет красавцем, а можно снять его через ноздри, и мы получим да, совсем не тот образ, который нужен. И давайте будем стремиться просто к тому, чтобы мы друг друга выставляли в лучшем свете. Да, потому что, ну, все, что предыдущая история, наследие, которое нам осталось, и картины, то есть в истории оставалось то, что человека пробовали изобразить, ну, не то, что лучше, чем он есть, а пробовали раскрыть в нем то, к чему он должен стремиться. Давайте друг другу помогать и про друг друга выкладывать хорошую информацию, хорошие видео, чтобы мы, вот есть там программа «Другие новости», когда что-то доброе, что там кошка родила 7 там котят, там из них там двое там с черным ухом, двое с белым, да какие-то добрые вещи. А кто-то взял и перевел бабушку через дорогу, а кто-то крышу наладил. Ну, потому что можно, понимаете, сделать, ну, таким образом все представить, что все будет очень плохо, а можно ту же ситуацию представить, что все очень хорошо. Давайте немножко и объективность ситуации происходящего сохранять, и все-таки друг другу помогать, ну, выглядеть выше, немножко добрее, чище, и вот это вот все вот прекратить вот немножко.